Здравствуйте, сейчас я вам покажу, как делать мормышку, которую очень любит окунь. Нам понадобится выбиватель долгов, свинцовые дробины, кусок телевизионного кабеля, крючки номер 11. Чтобы было удобно работать, крючок я фиксирую в шуруповерт. Затем я беру 0,3 дробину, зажимаю ее на самый краешек возле ушка. После чего припаиваю дробину крючку, чтобы она лучше держалась. Разбираю телевизионный кабель, чтобы достать центральную жилу. Затем наматываю кусок проволоки на крючок. Должно получиться как на видео. Беру пару капель эпоксидной смолы. Смешиваю два ингредиента вместе и наношу на мормышку. У меня получилась мормышка, которую обожает окунь. Напиши, что ты думаешь о этой мормышке, и подпишись, чтобы не пропустить следующее полезное видео.